Здравствуйте. Здорово, с вами вот. Прикиньте. Я сегодня ваш личный психолог. Что у вас там сегодня в голове? Давайте разбираться еще. У меня есть все лицензии, все дипломы, все грамоты и личная благодарность от президента за все. Вот. Поэтому, если у вас нету тети, то ну это да. Возможно, и нет. Сегодня я вас вылечу. Мы разберемся сегодня, значит, так сейчас. Наметим план работ, фронт работ, скажем так, да. Надо разобраться капитально во всем. Вот, и посмотрим, что у вас там. У меня профессиональные опыты многочисленные, поэтому не переживайте. Все будет под контролем. Сейчас я прям вам выстрелю в голову, прям в жбан нахер. Бучно, прям. Бан прям вот так. И будем доставать сейчас, что у вас там есть. Ковыряюсь прям в голове. У вас какие-то камни. Тяжелый случай. Вот это. Что я увидел, что я понял. Ой, это вообще просто. В общем. Ситуация неоднозначна. Надо это понимать. Во-первых. В-третьих. Я увидел такие вещи, которые нормальные люди видеть не должны. Поэтому, сейчас мы постараемся прочистить вам кепку. В общем. Какие-то летающие коты, какие-то пчелы-убийцы, что еще у вас в голове, мама родная. Какие-то самонаводящиеся голуби, что это за вещи? Куда? Что-то там стреляет куда-то. Ой, так, надо себя приходить, сейчас я срублирую. В общем, вам надо. Я увидел вещи, и вам надо вот там. Ебать.
ком в горле просто стоит, когда я Фом, успокойся, во-первых. Сейчас возьмем под контроль. Сейчас мы все сделаем. Так. Чпонь туда, чпух, оба, туда-сюда, все сюда, шо, о, эй, хах, там, чпонь вон, закручиваем, и прям, очищаем жесть вообще просто. Сейчас получше уже стало. Так, что я могу посоветовать? Значит, первое, не надо. Второе, даже не смейте. Третье, не пейте. Четвертое, не идите. В-пятых, лучше звоните. В-шестых, вот это надо прочитать. Седьмое, значит, вот там будет нет, а вот тут да. И если повернуть на... Я вижу свет. Привет. Возможно, это ваш дед. В общем, значит, в девятых... Сейчас я прочитаю сейчас. По с чафа бугдингли читаю буго тяжело считается у вас сегодня голова. Блин, что за буквы? Еще раз. Я сейчас закончу еще все. Тяжелый случай. Жесть вообще просто. В общем. Персональные рекомендации, они, конечно, не бесплатные. Так что вы как бы должны понимать. Вот так. И самое главное, проведите вот черту. Вот между, ну, понимаете сами, да? В общем, с вас $3000, переведите на карту МИР, пожалуйста. Вот из рекомендаций могу вам рекомендовать, значит, рекомендацию такую, сейчас лазят там всякие, вот. Елки зеленые. В общем, вот, держите. Вам должно помочь, потому что все остальное, поверьте, будет бессильно. Вот, далее, значит, налить стакан, сейчас скажу, вот этой воды. Вот. Значит, выпить,
потом подумать вообще, подумать и понять вообще, просто подумать и осознать вообще, понять, принять, осознать. Вот, и поверьте мне, станет гораздо легче. Вот, если же этого не сделать, то вы понимаете сами, что там, это лучше не браться, это лучше не браться. Поэтому берите, ой, в смысле, коптитесь, ну там копчености, вот это все не ешьте, питайтесь правильно, там стволовой водой, там какой-нибудь листовыми там клубниками, там в общем найдете что-нибудь полезное, там поскребете, в общем пока все, в общем и целом все будет нормально, класс, вы супер, вот 3000 евро, пожалуйста. И вот у меня время подходит к началу, поэтому поймалась. Подловила. Просто 3000 евро и все. И нормально.